Я съездил в магазин, замкнул руль. Вот. Сюда остаешь. Подожди пока. Сейчас сначала я вылезу. Ну так хиба можно вот так аж по улице. Я тут наткнулся на одни размышления. То есть мне там парни скинули, что в Фейсбуке про меня пишут. И не только про меня. Ездил там на мотоцикле. Шумел людям. Да и, в принципе, что я там увидел, смотрите. Тут у нас нарисовался контент в Светловодск Дистала. Обращаясь к жителям города, никакого не смущает, что мотоциклист, летающий по городу, глухой. Итак, Оксана, бррр. Пора этому летчику повестку в армию вручить. Ты своим детям вручи повестку в армию. Такое пишешь. Надя Носенко. Пусть меня простит Бог, на этот будущий донор ему говорилось, но все тщетно. Да. Будущий донор. Ну, вы видите, кто это. Парень году 18. Ну, понятно, Валентина Петрова. Самое интересное, летает возле милиции и никого не слышит. Давайте всех покажем. Всех, кто желает вот мотоциклистам смерти, повестку в армию и так далее. Воевать очень хочет. Конечно, конечно. А твои дети не хотят воевать. Вот, вот такие вот людишки пишут. Честно сказать, я реально хотела написать. Ух, ну вот ты написала. Вот всех вас увидят, то, что вы здесь пишете и думаете о людях. Вот, что тут еще? Помню, где-то под 10 назад в субботнем тоже один летал и в итоге долетался. Ну, это такое бывает. Всех бесит сирена, когда едет этот идиот. А, идиот. Посмотрите на вот эту вот идиотку, что она такое пишет. Дальше. Глухой, в каком смысле? Ну, есть там такой прикол, да. В общем, все вот эти вот прекрасные люди, которые вот такого мнения о мотоциклистах, желающих повесточку вручить или там доноры. Вот тоже знаете таких людей в лицо. А то привыкли в группах писать тут. И представьте себе, вот как только я задумал вот это все записать, я записал и думал, как его смонтировать и публиковать, со мной происходит это. Смотрите, съездил в магазин. Замкнул руль. Вот все вот эти вот повреждения. И это всего лишь из-за вот этой вот баночки. Это вообще поставил вот так вот банку, начал поворачиваться, здесь клипон его зажал и, короче, заблокировал. Хорошо, что это на старте было, а не на ходу где-то я ехал, шлепнулся. Точно как в пункте назначения просто, я не знаю, такая нелепость, я такого еще не видел. Хорошо, что это было на старте. Ну вот, как-то так. Сейчас я иду, сейчас в Кременчуге нахожусь, иду в новую линию, возьму краски, на ласовку уже я не успею. Возьму краску черную, покрашу боковушки, низ в черный цвет. Изменим немножко стиль. Процесс простой. Сшиваем, замазюкаем эпоксидочкой, закрашиваем и все будет как новенькое. Вон уже детальки висят покрашенные. Следующий вид вы уже увидите, когда он будет собран. Все-таки, как вы думаете, это все-таки что-то сработало с этих моментов, что они там мне желали и так далее, и так далее? Что произошло? Не знаю. Не думаю. Возможно, но не думаю. В общем, вот как-то так, ребята. Поэтому будьте осторожны. На других так наговаривать нельзя, потому что вам за эти слова, с этими словами потом жить, что вы там кому наговорили. Не стоит так выражаться. Вот так вот. Поменял, кстати, глушитель. Действительно, после того, что произошло в Кременчуге, как-то неудобно ездить на том. Теперь намного тише, я думаю, люди заценят. Прокатите? Надо шлем и разрешение родителей. Хорошо. У родителей идет брат. Я не знаю, где. Папа на работе. Ну, в следующий раз. В следующий раз, значит, подойдешь. Я сейчас. Если одобрят. Я сейчас. Я сейчас приеду. Скоро подъедет. Еле сбежал от парней. Ёлки-палки, какие настырные. Заехал к Анатолию, Анатолий на даче. Ну что, ждем бродельника, то поедем, может, в бильярд поиграем.
Кстати, девчули так не просятся, как парнишки вот так смело подходят. Интересно, наверное, они знают о правилах мотоциклиста. Тебе ще село чудик, ты едешь. Видишь, я трубу поменял, потише поставил, та, что была изначально. Чуть-чуть есть что-то такое. Так что? Кури будут вестися, да, Вовчик? Ну. Попался, ему я сказал, с разрешением родителей. Если ж ты ж седаешь сюда, ногами сюда встаешь. Подожди пока. Сейчас сначала я вылезу. Да. Последний раз катался на мопеде с папой. Года три назад. Угу. Года три назад. Даже больше лета. За меня держись просто. Не-не-не, за поясницу. Поясницу, вот так, да. Крепко держись и все. Ага. А это настоящая голуброшка? Конечно. Держись, держись, не отпускай. Позвонил бы мне матери на громкой связи, я взял трубку, мать сказала, да, прокати мне, пожалуйста, давно хотел, только аккуратно, ну, конечно же, аккуратно, как я могу ребенка неаккуратно прокатиться. Вот как-то вот так вот радуем малышей. Ой, а для малышей 1500 это какое-то знатное число. Каждому свое. Что-то мне подсказывает, там, наверное, выстраивается очередь. Сейчас быстренько высаживаем парнишку и нужно делать ноги. Вот это сейчас громко было, вы хотите сказать? Конечно. Как громко? Ты что, стекла дружать у викна? Не, ну подождите, это такой мотоцикл. Я езжу очень-очень... Да заявляйте, он нормам соответствует всем. Заявляйте хоть 100 заяв, вы должны просто понимать. Я тоже вас понимаю, что вам страшно, но извините меня, я езжу тихонько, спокойно, я не летаю. Не хочете, я вам сейчас тут проеду с 200 км, вы поймете, что это такое. Такого не было в жизни, что вы рассказываете. Зачем вы клевету наводите? Зачем? Ну вот, пожалуйста, кого-то радуешь, а кого-то все-таки печалишь. Вот, ну реально, я быстро не ехал, вот этим бабулькам, ну вообще нигде и никогда не нравится. Ну я не знаю, как ему водить. Вообще хоть на велосипеде катайся. Ну вот действительно, где я нормально нажимал это, да, в городе ездил, на Власовке, ну, короче, что тут говорить. Старость не радость. Машина, вы сами видели, в принципе, все сделано, все очень круто. Еще наклеечки придут, мы доделаем, это все будет максимально красиво. Вот, в принципе, как-то так. Подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить на мой видео. Если вы не здесь, то вы нигде.